Ремонтировать стадион «Динамо», строить вторую кольцевую дорогу и возводить Островецкую АЭС. Оказалось, студентам все по силам. Летний трудовой семестр накануне открыли в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Это движение нужно поддерживать, потому что оно само по себе не благородные возможности. Молодому человеку немножко испытать себя в более сложных обстоятельствах. Какой-то получить результат, финансовый результат получить, чувство коллектива. Вот проверить, как это в коллективе все получается, это очень здорово. Это на будущую жизнь очень большой опыт. Для Михаила Батура это не просто слова. Студентам он также проводил лето в стройотрядах. Под его руководством 1500 бойцов прокладывали российскую железную дорогу и строили улицу Белорусскую в Томской области. Проводники, строители и продавцы. Здесь собралось более 200 бугыровцев, готовых освоить новые специальности. Причем заработать свой первый рубль удастся не только в Беларуси, но и в России. Среди завсегдатых студотрядовцев и Анна Шанина. С пользой девушка проводит уже не первое лето. В прошлом году подрабатывала официанткой, в этом станет проводницей. Это была моя мечта когда-то попробовать себя либо в роли стюардессы, либо в роли проводника. Но вот сейчас она осуществилась. За 550 часов нам обещают около 20 миллионов. То есть, так как я учусь на платном отделении, я могу, в принципе, оплатить себе весь год учебы. Также я смогу побывать на море. Хочу выбрать направление себе, если это будет возможно, Москва-Анапа. Кстати, поезд еще не ушел. Для желающих заработать остались вакансии. Уже практически самая горячая пора. Остались буквально по 1-2 места в нескольких отрядах. Сейчас мы еще принимаем ребят, тех, которые хотят поработать в университете. Это штаб абитуриент, волонтерские отряды. И буквально пару мест осталось в сервисных отрядах. Эта форма уж точно не для праздников и вечеринок. На 2 месяца вот такая кепка и куртка станут основной одеждой айтишников, которые не побоялись замарать руки и записались работать на стройку. Мы хотим и делаем все возможное, чтобы наши ребята в этом году получилось у них поработать на строительстве такого знакового белорусско-китайского проекта технопарка «Великий камень». У нас традиционно в студенческих отрядах 5 профилей, 5 видов деятельности – это студенческие, строительные, сервисные, экологические, сельскохозяйственные и педагогические отряды. В этом году работать в отрядах будет каждый 6-й студент страны. Только из БГУР 900 ребят. Айтишники охотнее всего записываются на Атлант, сеть магазинов Виталюр и Белтелеком. Здесь ребята смогут заработать от 4 до 10 миллионов белорусских рублей. Получить путевку в трудовое лето можно до середины июля. Главное помнить, что прибыльное место пусто не бывает. Элизабет Чечет, Алена Соколовская, Максим Аксак, Сергей Селивончик. Молодежное телевидение БГУР.